Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. Меня зовут Андрей, и в этом ролике у нас будет продолжение обзора на аккумуляторную газонокосилку от компании PIT. Полный ее обзор с разбором, там внешний вид и прочая распаковка у нас уже есть на канале. Можете посмотреть в ссылке в описании. А сегодня мы будем уже ей косить. Ну что, распаковали газонокосилку. Напомню еще, что тут у нас из внешнего вида. Отсек для аккумуляторов, есть ключ. Правда, кто смотрел обзор, ключ отсюда очень туго достается, поэтому я, скорее всего, им пользоваться не буду. Просто буду доставать аккумуляторы. Далее имеется регулировка высоты, причем удобная очень. Один рычаг, не нужно отдельно задние колеса регулировать, передние, просто одним движением вставляем любую высоту. Это удобно. У кого, ну вообще у нас, я работал в сервисном центре, и потому какие газонокосилки приносят из, так сказать, раздела дешевых, понятно, что у людей нет газона дома, как и у меня нет газона, а газонокосилка, она предназначена для покоса газонной травы в первую очередь. Какая проблема происходит при покосе обычной травы? Обычная трава, она, скорее всего, как мне кажется, намного сочнее, особенно всякие дуванчики. Они из-за того, что сильно сочные, забивают деку, и ножу становится сложно крутиться. Поэтому нужно следить за этим, чаще чистить, контролировать этот процесс. Плюс неподготовленный участок, не под газон, он кривой, с буераками, кочки разные, и не знаю, вот как у меня, из-за чего я долго косил триммером и не покупал газонокосилку, потому что я считал, что она не подойдет. Мы сейчас вот это как раз и проверим, как она будет кататься по неровному участку. И тут еще есть отсек для мульчирования сразу в комплекте, что хорошо. Но мы будем сейчас работать с мешком. Одевается он просто. Вот так поднимаем, ставим и все. Погнали на участок. Кто помнит мой участок, я выкашивал его триммером постоянно. И по прошлому году, кто помнит ролики, его у меня затопило, там образовалось болото, и половину участка я не выкосил. Как видите, на сегодняшний день вода до сих пор стоит, грунтовые воды поднялись. И мы этот участок также в этом году не выкосим. Ну, может, к концу лета вода уйдет. А вот ближе уже к этому болоту трава подросла нормально, и сейчас будем ее косить. Высота выставлена на максимум. Сейчас решил отрегулировать, опустить наполовину, на 45. Максимально вниз опустить не получается, потому что слишком низко из-за бугров. Газонокосилка цепляет. Thank you.
По неопытности не заметил, как быстро набрался отсек для травы. Корзина просто заполнилась полностью. Уже давно полная. Вот такой участок получился. Выкосили все. По ощущениям, скажу сразу, это намного лучше, чем косить триммером. Удобнее, быстрее. Но все-таки участок нужно подготавливать, чтобы было ровно. Тогда будет еще лучше. За все время, пока косил, аккумуляторы вообще даже не сели. Ну там и участок-то небольшой. Но все-таки даже красненькая третья палочка не ушла никуда. Вот сейчас мы это увидим. Одной рукой снимать неудобно. Вот видите, красная горит. Но аккумуляторы нагрелись на жаре. После губкой оттуда просто вымыл все. Обычно водой не поливал, водой не нужно поливать, чтобы не залить там подшипники, а вот именно влажной губкой протер, и а корзину уже со шланга помыл. Ну и какие выводы? Выводы сделаем такие, что очень удобная штука, намного приятнее работать, чем триммером. Короче, всем советую данный девайс. Главное, чтобы у вас был именно лучше всего газон, а не бурьян, как у меня. Тогда будет вообще идеал. Но даже и с бурьяном неплохо справляется. И скажу вам, единственный минус, конечно, очень быстро набивается корзина травой. Постоянно нужно убирать. Я думаю, с насадкой, с мульчированием лучше работать, когда именно газон. Ну, мульчирование я не пробовал. На этом спасибо за просмотр. Всем пока!